Азербайджанская сказка «Семь гранатовых прутьев». Жили-были семеро братьев. С измальства братья очень дружили. Вместе спали, вместе ели, пили. Никогда не разлучались. Все в селении завидовали их дружбе. Ни один недруг не мог их одолеть. Не только люди, даже хищные звери не в силах были устоять перед ними. Братья и на охоту всегда ходили вместе. Медведей, волков, львов и тигров они ловили живьем. Да и шутка ли сказать, семь богатырей. Один хватал льва за задние лапы, другой за передние, третий за хвост, четвертый за уши, пятый за голову. Словом, стоило им навалиться всемером, и тут не то что лев, и слон не смог бы устоять. Прошли годы, братья выросли, поженились. Появились у них свои дети, они отделились от отца, каждый построил себе дом, начали ссориться их жены и дети. Постепенно стали они все реже ходить друг к другу. Потом пошли стычки между братьями. Их враги воспользовались этим, стали сводить с ними счеты поодиночке. Осрамили братья свое доброе имя. К этому времени отец их совсем постарел, обессилел. Когда сыновья время от времени приходили навестить его, они ни о чем другом не могли говорить, только жаловались на судьбу или друг друга. Увидел отец, что если дальше так пойдет, ссоры сделают братьев врагами. Как-то раз собрал он их всех вместе и сказал: «Дети мои, завтра приходите ко мне опять, и пусть каждый из вас принесет гранатовый прутик». Никто не осмелился перечить старику. На следующий день все семь братьев пришли к отцу и принесли семь гранатовых прутьев. Отец, взяв все прутья, сложил вместе, перевязал посередине и протянул сыновьям: «Дети мои, проверьте свои силы, посмотрим, кто из вас сможет сломать этот пучок». Как братья ни старались, так никто из них и не смог переломить связку прутьев. Тогда старик развязал пучок и дал каждому сыну по одному прутику. «Теперь попробуйте сломать эти прутики. Хватит у вас сил на это». Каждый из братьев взял по прутику и легко переломил его. Потом все они разом повернулись к отцу и спросили: «Отец, зачем ты заставил сломать эти прутья? Зачем связывал их в пучок?» «Дети мои, — сказал старик, — эти семь прутьев, вы, семеро братьев, пока вы все связаны между собой, как эти прутья в пучке, вы будете жить в довольстве, будете сильными, никто не сможет победить вас. Но как только вы разойдетесь, враги сделают с вами все, что захотят. Сила и счастье в единстве. Не отдаляйтесь же друг от друга, прислушивайтесь друг к другу, тогда вы будете сильными и счастливыми». С этого дня братья снова стали жить в дружбе и согласии. Достаток и счастье снова пришли в их дома, и вновь никто не мог устоять перед их силой.